Привет, как дела? Я давно обещала и сегодня расскажу вам про кодекс фотожурналиста в Великобритании. Обо всем о том, что я сегодня буду рассказывать, я узнала из собственного опыта. Как вы все знаете, во время своей студенческой жизни я очень часто подрабатывала новостным фото- и видеорепортером в Лондоне. И что можно фотографировать, что нельзя фотографировать, как работать с пресс-агентствами. Обо всем об этом в сегодняшнем ролике. Что такое кодекс и с чем его едят? Кодекс фотожурналиста – это, в принципе, правила этики, которым должен следовать тот или иной репортер, тот или иной журналист. Кстати, когда я обучалась в моем последнем университете на курсе MBA, у нас был предмет под названием «Профессиональная этика». И чтобы не разбираться в других сферах, я решила сделать эссе. Нам задали написать эссе про фотожурнализм, и вот я написала это эссе. И сегодня как раз по этому эссе я буду приводить некие примеры, опять же таки из личного опыта, и рассказывать, как и где применить свои фотографии, куда их продать, и как правильно снять то или иное событие, чтобы ваши фотографии принимались и продавались в новостных фотостоках. Рассказывать правду, подтверждать факты и придерживаться кодекса этики – это основные правила фотокорреспондентов в Великобритании. Итак, по порядку. Как же подтвердить то событие, которое произошло на ваших глазах, которое вы успели заснять и отправляете в Newsroom? Newsroom – это агентство, которое проверяет ваши фотографии и продвигает историю, которую вы сняли, в основные новостные источники – британские газеты, журналы и digital media, то есть цифровые СМИ. Новостной редактор, который получает фотографии, проверяет точность того события, что вы прислали. Во-первых, дата, время, факты, подтверждающие, что это событие произошло тогда-то и что оно действительно было. Как это подтверждается? Только при помощи двух других независимых источников. Так как оно было сфотографировано не только вами, значит, такое событие точно было. Нельзя выстраивать кадр, надо фотографировать только то, что происходит. Нельзя выстраивать кадр так, чтобы он придавал событию абсолютно другой ракурс и повествовал другую историю. А также нельзя редактировать новостные фотографии. Да, можно там немножко подконтрастить и убрать царапины, но убрать какого-либо человека из кадра или наоборот кого-то вставить и как-то манипулировать фотографией абсолютно нельзя. Это очень легко проверяется редакторами. У них уже глаз наметан, они знают, что эта фотография была в каком-то виде изменена. В наше цифровое время любую картинку можно отфотошопить, и даже видео можно изменить так, что политик будет говорить своим голосом, своей мимикой. При помощи искусственного интеллекта это все делается в определенных программах, и говорить абсолютно не то, что он говорил когда-то где-то выступая. То есть приписать ему чужой голос можно, шевелить его губами при помощи программы можно, как будто бы он действительно произносит такую речь, но это будет реальный новостной фейк, и это тоже очень хорошо отслеживается новостными агентствами, и они точно знают, был это фейк или не фейк. Поэтому чаще всего то, что показывают по телевидению или в официальных источниках, более-менее правда, потому что оно проходит цензуру новостного агентства. Те новости, которые маячат в социальных сетях, чаще всего фейковые новости, они подкорректированы для того, чтобы люди целенаправленно куда-то шли, что-то делали и как-то не так понимали то событие, которое было произведено. Допустим, из большой какой-то картины вырезали один кусок, из огромного митинга вырезали, как полицейский бьет там кого-то. То есть все это специально проработано социальными сетями, и социальные сети сейчас, так можно сказать, рулят. Но это не значит, что им можно полностью доверять. А вот телевидению или официальным источникам, таким как The Times, The Guardian, The Daily Mail, различным британским газетам, будешь больше доверять, нежели каким-то фейковым новостям в Фейсбуке или в Ютубе. Поэтому следите за тем, что вы смотрите, что вы читаете. Не всегда те события, которые нам преподносят, правда.
как редакторы распознают, фейк это или не фейк. Во-первых, они могут увидеть это наглядно. Или такого события не было в других источниках, или это подкорректированная фотография, где тень от человека падает совсем в другую сторону от того, где находится солнце и так далее. Кроме того, каждая фотография имеет в себе некую информацию, метадата это называется, или просто дата, в которой написано, когда фотография сделана, кто автор. Ну, когда ты отправляешь свои фотографии в новостные источники, тебе надо в эту фотографию внести некоторые данные, что это за событие, кто сделал эту фотографию, и проставить некие теги. Помимо этого, там также существует дата, то есть информация о том, какие были сделаны изменения к этой фотографии. И если кто-то что-то отфотошопил, это сразу будет видно вот в этой вот информации о фотографии. Поэтому все журналисты стараются поменьше манипулировать с фотографией, могут только немножечко подкорректировать цвет, контрастность и убрать какие-то мешающие пылинки или царапины, которые, допустим, были в момент съемки на их объективе. Однако в век цифровых технологий социальные сети кишмя кишат такими вот фейковыми новостями, и им кодекс журналиста не писан. Большие массы людей верят, например, во всякие путинские замки, и именно такие новости вызывают в людях гнев и раздражение, что способствует распространению негативной такой ситуации. И это как раз то, чего добиваются манипуляторы, чтобы люди выходили на митинги, там что-то протестовали и так далее. Но это может быть неудачный пример. Я уж не знаю, какая там ситуация, я сильно не слежу за политическими событиями, но это из тех событий, которые у нас вот как раз-таки крутятся в нынешнее время. Так что да, сегодня социальные сети контролируют и управляют массами людских разумов в ту сторону, в которую им нужно. Как еще новостные агентства проверяют факт совершения того или иного события, если у них нету двух других независимых источников? Например, я сталкивалась с этим дважды, и об этом рассказывали в социальных сетях моего агентства, как они проверяют факт. Чекинг это называется, то есть проверить факт. Только ты успел отослать фотографию, они буквально сразу же через 5-10 минут звонят тебе на телефон, ну, так как ты зарегистрирован в новостном агентстве, у них есть все твои контакты. И спрашивают, где, когда, что, что я видела, что, когда это случилось. И так как они имеют возможность увидеть, где я в данный момент нахожусь, благодаря моему мобильному телефону, у них есть такая функция увидеть, где человек находится и как далеко от этого человека случилось вот то или иное событие. Если человек пишет, что это событие случилось вот буквально полчаса назад, то за полчаса я не могу быть, допустим, снять событие в Лондоне, а через полчаса быть в Испании. Значит, это не подтверждение факта, значит, это какой-то фейк. Помню, когда я фотографировала теракт, ну так это назвали теракт, кто-то зажег ведро в вагоне метро на станции Парсонс Грин, и меня мое агентство туда направило. Я помню, мы с одним фотографом оббегали практически весь район, чтобы увидеть этот поезд, сфотографировать, потому что все это было оцеплено полицией, и так и не нашли. А потом я увидела какие-то гаражи, где была такая пожарная лестница, на которую я смогла забраться, и издалека со своей камерой, у меня, как всегда, мой зум мне всегда помогает, увидеть этот поезд и сфотографировать. Так как поезда в новостных источниках не было, туда прессе доступ пока был запрещен, конечно же, редакторы захотели узнать, как мне удалось снять эти фотографии и подтвердить, что это был именно тот поезд. И вот я им рассказала, что вот я там за гаражами нашла пожарную лестницу и сфотографировала. Ну, об этом я тоже, наверное, буду рассказывать. Какие случаи бывали у меня такие экстраординарные. Меня с этой пожарной лестницы потом стаскивали охранники этих гаражей. Но, тем не менее, фотографию удалось сделать, видео удалось сделать и что-то продалось в британские СМИ. Но, опять же таки, то, что я забралась на эту пожарную лестницу, это был мой этический выбор. Имею я право или не имею права? Тут всегда возникает такая дилемма, имеешь ты право это снимать или нет. Но будет ли фотография опубликована или нет, это уже решает агентство. И поэтому весь спрос всегда идет к агентству. Итак, о чем я говорю? Порядочность в шоковых ситуациях. Если ты находишься на каком-нибудь событии, где произошло какое-то ЧП, теракт, пожар, наводнение, там, землетрясение,
или просто какая-то авария, это, конечно, личная дилемма фотографа. Ну, так как пресс-фотографы в основном зарабатывают только на том, что они снимают, естественно, многие фотографы захотят это снять, что бы там ни было, как бы там ни выглядело шокирующе, они все равно это снимают. Потом они отсылают в пресс-агентство, и уже тут задача пресс-агентства, будут они публиковать эти фотографии или нет. Лично я не могу фотографировать такие шоковые ситуации. Было на моем веку пару раз, я видела, как там мотоциклиста сбили. Велосипедистов очень часто давят насмерть в Лондоне грузовики. Ну, конечно, не на моих глазах это произошло, но все равно там было видно. Обычно это пишется «автомас». То есть все, что происходит после того, что уже случилось. И там какие-нибудь осколки машины там, или раздавленное колесо велосипеда. Это я могу снять, потому что человека уже нету в кадре, который был ранен или который погиб, не дай бог. Несколько раз я снимала такие шоковые события, и для меня это было, конечно, переступить через себя и поснимать, потому что, допустим, я точно знаю, что больше никто этого не снимет. Или потому что я понимаю, что это очень важное такое архивное событие. Ну, и всегда фотографу, который уже более-менее профессионал, ему хочется, чтобы в его архиве были вот такие вот кадры. О чем я сейчас говорю? Это Grenfell Tower, который сгорел в 2017 году. Как спичка за 15 минут загорелся жилой дом, по-моему, из 24 этажей состоящий. И туда я уже поехала, когда уже много-много фотографий сделали другие фотографы. Это происходило ночью, я уже успела погулять с собаками утром и просто слышу, что вертолеты что-то летают, решила посмотреть новости и узнала, что такое событие произошло. Решила поехать, но через себя переступая, потому что я понимала, что там очень много погибло людей, очень много сгорело, но посмотреть на это и уж тем более сфотографировать такое реально раз в 100 лет событие, это, конечно, хоть и печально, но не знаю, вот как-то переступила, поехала. Конечно, уже к тому моменту, когда я приехала, там уже практически все затушили. Но одну историю я хочу рассказать вот в плане порядочности и этики. Когда фотограф борется с тем, что фотографировать или не фотографировать, тот же самый Grenfell Tower, люди фотографировали слепого пенсионера, который из окна 11 этажа махал платочком и типа «я здесь, спасите меня». Но не пожарники, которые пока не смогли дотушить пожар на всех предыдущих этажах снизу, не могли до него добраться, ни уж тем более фотографы, не могли ему помочь, и люди фотографировали человека, который должен был умереть. Но, тем не менее, пожарникам удалось потушить нижние этажи, и его спасли благодаря как раз-таки тому, что его заметили фотографы. Иначе бы никто бы даже и не знал из пожарников, что там есть человек. То есть его все-таки смогли спасти, несмотря на то, что фотографы делали фотографии его как человека, умирающего в огне. Вот такие бывают случаи, и тут уже правила этики. Вроде бы как ты переступаешь через себя и идешь на преступление со своей совестью. Но, тем не менее, благодаря этому ты можешь спасти человека. Кроме того, в кодекс этики фотожурналистов входит фактор под названием беспристрастность. Это означает, что журналист должен снимать события с разных ракурсов для создания единой картинки. Не с субъективной точки зрения, а с объективной. Ничего не утаивать и ничего не выпячивая. Так, например, когда на Вестминстерском мосту свершился теракт, где, напомню, террориста задавили несколько человек, один из фотографов успел снять девушку в хиджабе, которая проходила мимо того, где лежали эти люди. Кто-то там бежал, им помогал, а она прошла с лицом непричастности вообще к этому событию. Типа тут ничего не произошло, просто смотря телефон и что-то читая на ходу. Однако эту фотографию хоть и опубликовали новостные СМИ,
Но девушка связалась с британскими источниками и сказала, что я была настолько шокирована, что даже не могла оторвать глаза от телефона, чтобы посмотреть, что там происходит с людьми. И фотограф как бы делает акцент на том, что вот мусульмане, они все такие, беспощадные террористы, даже прошла мимо и не обратила внимания на то, что людям нужна была помощь. А что же ты сам тогда снимал в этот момент эту мусульманскую девушку, а не побежал помогать людям? Это еще одна дилемма, с которой часто встречаются фотографы, или отснять некое событие, особенно военные фотографы, когда убивают кого-то там или расстреливают, не помочь людям, а именно снять это событие. Ну, тут уже у кого какая этика. Наверняка в основном в тех фотографиях, где людей убивают, вообще не было никакой возможности фотографу помочь тем людям, которых убили. Я видела несколько таких кадров, они выиграли на мировой фотовыставке большие премии. О выставках журналистов World Press Award я тоже буду рассказывать. Каждый год в Лондоне проходит несколько таких выставок, и просто реально бывают такие шокирующие фотографии, что ты замираешь над этой фотографией и думаешь, как же вот так люди могут жить, почему довели до такого, ну и так далее. Очень разные эмоции вызывают фотографии журналистов, которые побеждают на таких конкурсах. Ну, давайте двигаться дальше. Конфиденциальность фотографий и согласие людей на съемку. Люди должны знать, что их фотографируют, и должны знать, где их фотографии будут опубликованы. Новостные картинки не должны кого-либо унижать. Так вот, например, в случае с герцогиней Кембриджской, которую на отдыхе, на каникулах папарацци сфотографировали обнаженной около бассейна на частной закрытой территории во французском Провансе. Папарацци французского журнала быстро отправила эти фотографии, и журнал распечатал. Тем не менее, все британские агентства полностью заблокировали и забанили этот журнал и не дали распространиться этим фотографиям по Великобритании. Это был огромный скандал среди британцев. Многие жители возмущались, как так можно было поступить с нашей монархией. Кейт и Уильям отсудили у этого журнала хотя бы 100 тысяч евро, они замахивались на 1,5 миллиона, но 100 тысяч евро им выплатили в качестве штрафа и возмещения морального убытка, чтобы хоть как-то заглушить этот скандал. Вот пока и все, что я хотела рассказать про британские СМИ и про то, как работают новостные пресс-агентства, как фильтруют новости в Великобритании, о том, что, где и когда можно снимать и что нельзя снимать в Великобритании, я расскажу чуть-чуть попозже. Не забудьте подписаться на мой канал, чтобы не пропустить. Пока на этом все. Не прощаюсь с вами. До новых встреч!